Приветствую, Игнатий Тихонович. Добрый день. Женя, мы договорились через полчаса. Через час 4 минуты. Связи не было. Я звонил. Там было написано интернет-соединение, что-то там налаживается, неполадки в сети. И не мог никак дозвониться до вас. Ну, ты имею в виду, если мы договариваемся, у меня строго насчет этого. Я это время ничем не занимался. Я с наушниками сижу здесь полчаса лишних. Ну, это ладно, то раз не виноват. Да-да. Давай, что у тебя там? Вот, я по поводу поездки вот к вам, покреститься погружением. У меня сейчас период такой, как раз я не работаю пока. Документы все на руках. Ну и вообще, как говорится, предполагается, если условия создадутся для поездки, ну, деньги и все такое, я... Как вы на это смотрите? Вот. Когда? Сейчас нету, разговора даже нету. Нет, не сейчас. В июле. Ну, в июле, сами смотрите. А вы приезжаете в июле, да? Нет, мы уезжаем. Но вы-то не... Вы сюда думаете приехать? Да. Ну, в июле. А я-то при чем здесь? Мы уезжаем 27 сентября, это мая. А у нас крещение здесь будет 13 июля, воскресенье. А, я сейчас запишу тогда. Да, конечно, запиши. Так, июль месяц, значит, да? Июль. Не июнь, а июль. Так, так. Угу. Июль. 13 июля. 12? 13 воскресенья. 13 воскресенья. Да. Это точно. Так. И вот я хотел узнать, что для этого нужно будет. Что брать с собой что-то может? Или белое, где... белое, шитое как халат. Все белое, чтобы у тебя до самого, говорится, до пяток было длинное. Обыкновенно белый халат. Ну и белье с собой переодеться. Праздничное. Больше ничего. На своей машине или как хотел? Нет, поездом. А, поездом. Ну тут надо тебе тогда узнать, когда приходит поезд, тут осложнение. В какое время, к этому времени почаще выходи на меня, ну хотя бы раз в неделю. И мы узнаем в это время на летнее расписание, перейдет это или не перейдет министерство. Они меняют. И во сколько как идет. Взять тебе нужно адреса будет старосты нашего, батюшки. Меня не будет здесь. Ко мне звонить уже бесполезно. Тем более, если на меня даже по НТ выходят по мобильному, я не могу отвечать. Дорога высчитывает за это. Большие суммы. Поэтому я вижу, что звонит, а открывать не могу. Угу. Так что до этого мы договоримся и все остальное. Но раз в неделю, возьми для себя, чтобы не часто выходить, раз в неделю. Сегодня четверг, вот в четверг выходи всегда. В это время, когда еще выходил? Да даже в это время, на полчаса раньше. Угу. Пол восьмого можешь выходить. Или, или восемь. Восемь лучше. Запиши это... себе. 8 по-вашему, да? Ну да, по-нашему. Ну а по-вашему... Там... По-нашему в 7, ага. Ну вот это имей в виду. В четверг возьми себе день определенное. Четверг. У меня распределено, где, когда кто идет и... Понял, так, понял. Слушай, теперь говори. Добро. Что? Потом, значит, ну, ориентировочно я могу, допустим, на месяц приехать, чтобы пожить... Можешь, как... это хорошо даже. Да, да, вот да, я и говорю, чтобы, хорошо. Допустим, не ровно в 13-го приехать, а вот пораньше, чтобы я пораньше, пожил. Чтобы тебя узнали, ты поработаешь. Володя, да, да. Володя начальник лагеря, он тебя знает. Да. Ты его видишь, нет? Маленько отверни да, сторонку, да. Чтобы... Да, вот вижу, это. Да, приветствую. Это он начальник, тебе с ним дело надо иметь будет. Вот я далее как раз вот хотел узнать-то тогда. Значит, жить я где смогу? Или в там лагере, палатку брать с собой? В лагере, в лагере. Приедешь, конечно, с документами. Вот сейчас получишь посылку от нас, и там лежат наши визитки. И на визитке написано «Детский лагерь» и два телефона. Ты по ним связывайся. Понял. По ним. Вот эти визитки дали вам, вы себе сохраните, там, к священнику дайте. Не ходили к нему насчет дома-то? А, кстати, их идти не пришлось. Все решилось уже, все. Уже, вот мы с вами помолились же, уже, можно сказать, с того и сразу началось-то. Все, не нужно, это все отпало и не надо нам. С ее стороны был звонок, она говорит, уже других там еще это.
А если нас ждать, это месяц надо. У нас там ни документов, ничего не готово. Ну, как бы для продажи квартиры. Она это ждать срок не может. И все. Спасибо, Игнатий Тихонович. Все это... вот так разрешается. Спрашивают, а как вы узнали? Никак, я ничего не знаю. У меня нет никаких таких откровений чрезвычайных. Я доверяюсь Богу. А события сразу так складываются, как их даже не придумаешь. И никогда не жалей только. Благодари Бога. Да. На все будет воля Божия, и мы так приняли. Слава Богу. Слава Христу. Так, что еще вот, у вас? Давайте. Вот потом, значит, вот такой момент. У меня болезнь сердца была. Ну, как болезнь? У меня 2 микроинфаркта было. Вот. Поэтому как бы врачи сказали, слишком физическую работу такую, ну, непосильную не делать, как бы там. Щадить. У меня бывает сердце боли, но очень редко, очень редко. А как ты принимаешь какие-то лекарства или что? Нет. А я тебе лекарства назначу, будешь употреблять? Ну, природное буду. Природное, мед. Мед я дома употребляю. Мед настоящий с пасеки, который ты знаешь, что там не подмешан сахар. И ты утром, возьми для себя за правило, утром за час до еды ложку столовой медленно-медленно слизывай, не разопивая ничего. Просто натощак. Один мед, слизывай потихонечку его, ну сколько там займет, минут 5 может у тебя, все. И в течение часа ничего не пей, не ешь, а потом нормально завтракай. И на ночь, когда ложишься, пусть хоть половина столовой ложки с теплой водичкой. Понял. И у меня сердце болело, у меня все ушло, у меня ничего не болит. Никакого лекарства не надо больше. Понял. Ты всегда выходи на работу простую, чтобы не сидеть. Ну, это я к тому, чтобы как бы информация вам тоже, ну, была, это в курсе, чтобы... Ну, да. Да-да. Вот, потом, значит, ладно, ну, с этим понятно. Я, значит, могу, в смысле, чем я умею заниматься, я могу фото снимать, видео снимать, ну, и в компьютере немножко, то есть... Могу помогать вот Володе в этом плане тоже. Там этого ничего нету. Там детский лагерь, там работа. Может, придется картошку чистить, с ребятишками пойти по ягоды вместе. Ты там будешь купаться несколько раз в день, у тебя здоровье, уедешь отсюда, другое должно быть. Тебе нельзя, допустим, сердцем на жаре быть. Ну, в тенечке будешь больше время проводить. Но ты должен работать. Также пилить дрова, когда пойдет за водой, ведерко с собой взять. Иначе зачем ты нужен, паразит такой? Ну, щадящий режим какой-то будет, если будет у меня просто сердце болеть. Не будет оно болеть, еще раз говорю, не будет, забудь про это. Ты не больной, ты здоровый. И на это на себя настраивай. Тебя Бог любит, у тебя есть, имей страх Божий только, чтобы не умереть внезапно. Ничего непосильного у нас нету. Непосильное у Володи, он щурки ворочает. Вчера мы выставили ролик, а видел, там пилим деревья-то? Видел. Вот. А то он возит на санках в конце-то там. А я до конца не посмотрел. А ты посмотри. Угу. Там интересно, как он эти, которые они отпилили, там бревнышки, там он на санках их возит тут. А там столько много. А вы на дрова взяли? Да, на дрова. О, хорошо. А потом, значит... А с собой я могу взять видеокамеру, фотоаппарат? Можешь, и желательно. Но когда уезжать будешь, забери с собой все шнуры, чтобы можно было скачивать. А, все это у меня есть. Чтобы здесь ты на месте все мог сбросить. Даже обязательно возьми, обязательно. Понял. У нас поощряется и нигде не запрещается. Ты можешь снимать, только если в храме батюшке сказать, он не запрещает никогда. Но до крещения тебе соглашенными придется выходить. Понял, хорошо. Все. Угу. Ну, остальное как есть. Значит, ты работаешь за месяц, я забыл сказать, как кажется, 6 тысяч рублей в месяц. Питание. Не понял. За месяц содержание у нас взрослого или ребенка, кажется, 6 тысяч за месяц, за 30 дней. В лагерь ты должен нести деньги. На что ты будешь жить-то? Они покупают молоко, пекут, повара там, все готовят-то. Ты же... Питаешься чем-то? Стряпают, да, да. Хлеб там наш, все. Ну и мы все вкладываем деньги туда. Нам государство не помогает.
У государства 90% платят профсоюзы, 10% родители, а у меня 100% падает на родителей. 100%. Но у меня дешевле в лагере, даже в несколько раз, два бывает раза с лишним дешевле самого дешевого у них. Так а у них-то еще там две недели нету. Понял. Хорошо. Так что поэкономим. Потом, значит, я вот некоторые песни же тоже вот христианские пою, свои, собственно, сочиненные, я вам посылал. Не знаю, вы слушали, не знаю, нет. Нет. Ну, у нас некоторые... поются у нас баптистские песни, у нас это все разрешается. А, вот, и я хотел, как бы, подарок такой небольшой, как бы, концерт или что-то типа этого сделать, своего творчества, своих песен и стихов о Боге, которые посвящал. Там коротко. Каждая такой. Пятница вечером у нас костер. Картошка, и там концерт. Вот ты там выступай. Вот. Там тебе дадут слово, ты будешь говорить, тебя будут снимать, чтобы у тебя такая зарядка шла. Там заряжать есть, электричество есть. Мы не в подполье там живем-то, там все есть. Там выход в интернет есть. Так что можешь записывать. Хорошо. Хотел еще вот узнать по погоде. Там вот резиновые сапоги с собой брать? Нет? Обязательно. Ну... Обязательно резиновые сапоги. Вот обязательно. Вот. И возьми, чтобы они были размером как больше, чтобы мог ты быть в шерстяных. Потому что вот. Дождь, трава, утром идти за водой, и у тебя ноги будут мокрые. Все дети вот. Обязательно с резиновыми сапогами. Так, сразу спрошу, кожных заболеваний никаких нет? Нет. Потому что тебя проверят даже тщательно, иначе тебе в бане у нас не быть и отдельно, говорят, на карантине будешь. Нам нельзя, это дети. Я обязан нет. строго смотреть. Нас нет, врачебная нет. комиссия, санэпидемстанция душит просто. И не дай бог, что-то у нас случится тут тогда. А, как, по что-то, так. Сейчас. На ногах грибок. Абсолютно недопустимо. Никакой бани вам еще не будет. А что не лечишься? А я ходил, они не могут, не понимают, как его вылечить даже. Да неправда это. Это все лечится. Так что время есть, давай лечись. Иначе ты будешь отдельно находиться и все время в носках. Босиком нигде не будешь. Только когда в степи где-то идешь и прочее. Стирать себя отдельно сам будешь, все, к тебе не будут прикасаться. Всем это не надо знать, а ты не афишируй это. Но это все будет отдельно. Это оно на ногах там бывает. У нас такие были однажды, не досмотрели, она в баню сходила. У нас такая дезинфекция, прожарка на солнце. Там мы подняли, не знаю, что там ни одна санэпидемстанция так не борется. У меня дети. Дети. И поэтому я отвечаю за них не просто перед родителями, а перед Богом. И уголовная ответственность на мне, что случится, не дай Бог. Это надо строго смотреть. Yes. Это все лечится. Пойди, кто там, дерматологи какие, разузнай. Найди какие-то, бывают в частном порядке, лечат по своими лекарствами. Да просто заряди в этот, в интернет-то и посмотри, с чем лечится. Это такая болезнь, понял. Которая, она легко лечится, не то, что трудно. Там не сразу, конечно, но определенный порядок, условия какие-то там. Я не знаю как. Бог миловал. Я пробовал, вот помню тогда, на какое-то время проходило, действительно, потом снова почему-то начинал. Ну, в общем, так, договорились. Вопрос решенный. Ладно, прямо все понял. Сегодня же в интернет заходите, ищите, завтра идите к врачу. Прямо решительно начинай бороться. Все, понял. Давай, дальше. Так, ну и вот все, в общем-то. Все. Все. Духовных вопросов никаких нет? Нет, больше никаких. Я вот просто для себя информацию, мне надо было вот это вот, то, что вы мне сказали, принять и проанализировать все, и принять, начать действия, подготовки какие-то. Хорошо. Вот. Так, теперь зайдешь в этот, тебе книги-то придут, и там так. К истинному православию, и там вопросы приблизительные, которые к тебе будут задавать. Ты их все пройди. Ага, хорошо. К истинному православию. Запомни. Коглашенным. А? Коглашенным называют. Коглашенным. Ну, кто готовится к крещению. Для тебя эти вопросы не представляют трудности, потому что Евангелие у тебя в руках уже было. У нас там занятия каждое воскресенье будут. В лагере Виктора-то нету, а Виктор, он у нас бард. Он играет сам, составляет музыку на мои стихи.
Ты их там узнаешь, запишешь кое-что. Но Виктора не будет, он уезжает. Он же с вами в поездку. Он уезжает, он старший воспитатель. Когда меня нет, он за начальника лагеря. А мы уезжаем. По-другому никак нельзя. И ты там будешь удела. Вот. А какого числа вы приедете? Если Господь благословит, мы думаем, конечно, в августе где-то. Потому что Виктор к 1 сентябрю должен быть в школе. Он учитель. А раз учитель, значит, надо думать, как... Поэтому у нас график сверхсжатый. Вот сейчас они, если благополучно будет, визу оформят в Англии, туда с трудом допускают. Они о 3 дня даже говорить не хотят. Поэтому мы даже везде ужать, чтобы там побыть. Сегодня что-то звонили, не могли. Я сказал, выходите на форум, вы выйдете, кажется, с Литвы. Мы будем подготавливать места, где мы можем остановиться. Вот так. Ясно. Ладно, хорошо, я тогда начну подготовку потихоньку и все принял к сведению. Так, везде там как угодно потихоньку, с лечением немедленно, сразу начинай. С лечением, да. И по сердцу, и особенно по ногам. Не отчаивайся, ничего нет такого. Вот псориоз бывает там посложнее, и тоже лечится. Я не знаю, какая есть болезнь, не лечится, но у Бога-то все лечится. Он дает, и он исцеляет. Чистотел хорошо помогает. А? Чистотел хорошо помогает. Костюм. Чистотел. Чистотел. Это от чего? Ну, от ног. От ног, да? Чистотел, знаешь, такой это? Знаю, у нас есть дома. Ну, знай как-нибудь, расспроси. Зайди сегодня же в интернет и начинай делать. И дома ты ходишь, где больше босиком ходи. Чтобы у тебя ноги были свободны, воздух дышал. По двору везде все босиком ходи. У нас дома чистотел есть. Ну, тем более. Я тебе подсказываю как. Надо активно бороться со всяким недостатком. Ты нужен здоровый. Больной человек везде игнорируется, и он никому не нужен. Ну, я не имею в виду таких, как Сергей Козлов. Такой всем нужен. Так, ничего больше нету? Все, нету. Все, значит, в четверг. Если вам нужно будет, в четверг выйдете. Нет, пропустите через четверг. Заранее записывай вопросы, какие духовного порядка у вас будут. Вы говорили насчет занятий в церкви. Познакомьтесь со священником, сходите. О себе много не рассказывайте. Просто пришел, побыл, поближе узнаешь. О крещении и прочее не надо говорить, потому что они не все понимают здесь. Из них бывают самые лютые враги. Лютые, как волки, не щадящие стадо. Так что только молись, а дальше не лезть. Все, отошел. Хорошо, слава Христу. Слава Христу. До связи. Спасибо, Христос. Отходи. Ну, что сказать. Благословен Господь. Недавно только познакомились, и видишь, как... Вот я и говорил, что его нет, он не мог войти. Но я его предупредил. У меня были такие, которые договорились, они там то забыли, то что. А потом неурядицы были, мы друг друга потеряли совсем. Не наступи на свои эти.